Глаукома – это заболевание, которое часто называют тихим убийцей зрения. Многие люди не испытывают ни боли, ни недомоганий. Глаукома случается потому, что давление в глазу увеличивается. Давление увеличивается, если структура, называемая ресничное тело, вырабатывает слишком много жидкости. Жидкость попадает в специальный участок глаза, называемый трабекулярная сеть. Эта сеть похожа на сетчатую структуру. Водяная жидкость выходит из глаза через эту систему. Излишняя выработка или недостаточный дренаж этой жидкости приводит к нарушению равновесия в способности глаз регулировать это давление. Неопределяемо невооруженным глазом, это давление может стать причиной повреждения зрительного нерва на задней стенке глаза. При оставлении без внимания повышение давления в глазу приводит к повреждению зрительного нерва. Ваш окулист при помощи специального аппарата для фотографирования сетчатки может фотографировать ваш зрительный нерв для сравнения в будущем. Повреждение оптического нерва обычно происходит медленно. Ваш врач на основании множества различных тестов и методик сможет обнаружить глаукому на ее ранней стадии.